Здравствуйте, уважаемые зрители! Скорее буду торопиться вам рассказать про этот чудо-сорт, пока не упала в обморок. Это сорт Why Wicked. 2216 артикул этого красавца. И он непревзойденный. Это селекция Клема 2000-х годов. Достаточно свежий сорт. И клемовские сорта того периода отличаются пониженным ростом. Так вот, высота White Wicked 60-65 сантиметров. Но сплошь усеяна белыми потрясающими цветами, как дорога белая или как снег на вот только что выпавший в горах. Чудесный сорт, пониженный рост, отлично сложенный, чисто белый цветок. Те, кто ищут чисто белый сорт, обратите внимание на White Wicked, Клем 2000 год, артикул 2216. Чудесный пион. И ко всему прочему, я же нюхаю все пионы теперь, для того, чтобы и самой не забыть, и вам, дорогие друзья, было проще вот этот тонкий момент с ароматом получить из первых уст. Нюхаем. Ох, он еще и с нежным пионовым ароматом. Не травяным, не каким-то другим, а настоящим пионовым ароматом. Великолепный сорт White Wicked нас радует и изумрудной листвой. Еще в сентябре, когда уже вроде и пора все пионы обрезать, убирать всю зеленую листву, он стоит как такая вот изумрудный забор у нас в питомнике. У нас же длинными рядами все посажено. И вот White Wicked как изумрудный такой пушистый заборчик обрамляет наш участок. И, дорогие друзья, затронули тему обрезки листьев. Не торопитесь, после того, как ваши сорта, как ваши пионы отцвели, удалять им листья. Не лишайте их возможности получать солнечную энергию, наращивать корень, готовиться к зиме через зеленую листву. Это важно, это поможет вам заложить корень нарастит себе питательные вещества, массу для зимовки. Если после цветения сразу удалять зеленую всю часть листьев, вы, во-первых, я не буду говорить, что вы напрочь губите растения, я не была у вас в саду и не могу давать таких гарантий, но что вы даете ему? Просто вы обрезаете ему весь источник питания. И я даже не знаю, вот представьте, вас не кормить, если вас после июньского цветения до сентября не кормить. Ни в коем случае не обрезаем, удаляем только бутоны, вот так вот, как мы уже показывали в наших видеороликах, удаляем бутон. Я не могу эту красоту оборвать сейчас, поэтому импровизирую. Обрываем бутон и сохраняем всю зеленую листву для того, чтобы пион мог питаться солнечной энергией. Ну, а это сорт White Wicked, и он, я честно не могу уже говорить о нем, насколько он прекрасен. Я, дорогие друзья, просто сейчас рядом с ним в обморок упаду и буду лежать. 22-16. Перед нами потрясающий сорт Dotel, артикул 414. И подарил эту красоту нашему питомнику, миру, вам, дорогие зрители, Аутенс в 1946 году. Пион просто
чудо, какой пейзажный, чудо, как он замечательно смотрится в ландшафтном дизайне. И яркий, солнечный, и как хорошо держится. Мы с Юрием Борисовичем снимали его на прошлой неделе, потом у нас было несколько дней сильнейшие дожди, а потом мы приехали, а он как новенький, как чистая монетка стоит, ждет нас для нового видеоролика. Но давайте остановимся теперь на сорте Дотел. Обсудим, какой же он красавец. Посмотрите на эти блюдечки, великолепные блюдечки, на которых расположились потрясающие такие помпончики, пирожные с томинодиями разных цветов. Белых, розовых, внутри желтая серединка. И сами лепесточки, вот особенно в этом году это хорошо видно, посмотрите, они тоже неоднородного цвета, с таким более темным розовым просветом. И, как видно на видео, на кусте сразу цветы и таких вот розовых настоящих оттенков, и практически белые, и что-то среднее, то есть где-то больше розовых стаминодий, где-то практически их нет. И они одновременно, такие цветы разные, одновременно распускаются на кусте, и выглядит это, ну, игриво, очень интересно. Не зря этот пион получил в 2004 году золотую медаль. Он захватывает своим цветением, а к несомненным достоинствам давайте отнесем хороший рост. Он нарастает великолепно, делится удачно. Листва декоративная, никаких нет у него нареканий к его здоровью, и поэтому мы очень любим сорт Дотел на нашем сайте цветок.снк.ру. Артикул этого красавца 414. Зайдите и полюбуйтесь прошлогодним видео, фотографиями этого сорта. Ну, просто чудо!